Ситуация на дорогах республики за последние 5 месяцев улучшилась. Об этом сообщил прессе начальник управления ГИБДД по Чувашии Владимир Романов. О снижении аварийности свидетельствует 11% сокращение ДТП. При этом количество погибших сократилось также на 11%. Существенно сократилось и количество раненых почти на 20%. Одним из наиболее проблемных направлений деятельности остается предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей. По статистике, каждое 8-е ДТП совершается в состоянии алкогольного опьянения. Гибель почти половины всех погибших была связана с выездом на полосу встречного движения. Ежегодно май характеризуется резким увеличением ДТП, связанных с опрокидыванием транспортных средств, в результате чего в этом году погибли 10 человек. Владимир Романов, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ситуацию с ДТП с участием сына главы администрации Чебоксар. Протоколы составлены, все участники понесут наказание в соответствии с законодательством. Материал направлен в суд по месту жительства. Июнь только начался, а впереди ожидается много праздничных мероприятий, требующих от сотрудников автоинспекции немало усилий для сохранения благоприятной ситуации на дорогах республики. Для этого необходимо использовать московский опыт скрытого патрулирования, отметил Владимир Романов. Патрульная машина оборудована в виде регистратора, и экипажи дорожно патрульной службы нацелены рядом, которые сегодня пресечение выявления дорожных нарушений. Нам бы хотелось сегодня скрытое патрулирование использовать более обширно не только в городе Чебоксарах, но и на федеральной трассе. Родион Архипов, Анастасия Алангина, Олег Якимов, Республика.